РЕН-ТВ «Саратов» провел первый кастинг. Целью нового проекта «Конкуренция» стал поиск неординарных, амбициозных и творческих людей для работы на телевидении. Победитель проекта получит возможность работать в команде РЕН-ТВ и подарок – iPhone 5C. В рамках отбора члены жюри оценивали умение вести себя перед камерой. Кастинг пройдет в несколько этапов. В финале, который состоится 6 ноября, останется лишь 8 кандидатов, которые и продолжат борьбу за первое место. По словам участников, для них этот кастинг станет хорошей возможностью реализовать свою мечту. Я уже год думаю об этом, как бы попасть на телевидение, но почему-то не решалась, потому что всячески меня отговаривали от этого дела, то, что, мол, неблагодарны, не получится, не возьмут и так далее. Но, как показывает опыт перед камерой, я себя чувствую спокойно, умею выступать перед людьми и понимаю то, что мне это получится, я смогу здесь реализовываться как личность творческая. Ближайший кастинг у нас будет через неделю, 24 октября, потом кастинг 30 октября и 6 ноября. Последний кастинг, на который мы позовем всех наиболее интересных участников предыдущих кастингов. Площадку для проведения кастинга предоставил партнер мероприятия бизнес-центр «Сити Холл», который находится по адресу улица Соборная, дом 23/25. «Сити Холл» является площадкой для проведения различного рода мероприятий – деловых встреч, конференций, банкетов и семинаров. Телефон для справок 8 845 2 53 93 53.